Когда у вас зависимость, что произойдет? Шайтан придет и будет говорить: «Эй, братишка, эй!» Скажи ему, он лицемер, лицемер! Прошлой ночью нюхал порошок, прошлой ночью тусил с девчонками, а сегодня Аллах, Аллах! Да что с тобой такое? Что с тобой? Лицемер! Мунафик! Вот что он вам скажет. Он будет говорить: «Как ты смеешь делать викр Аллаха? Как у тебя язык поворачивается? Разве не помнишь, что ты делал перед Аллахом? А теперь говоришь Аллах, Аллах? Так-то Аллах наблюдал за тобой, когда ты с девчонкой прыгал вверх-вниз. Аллах наблюдал за тобой. И это убивает человека изнутри. Не слушайте это, не слушайте шайтана. Просто продолжайте делать викр. Например, братья, если вы видите больного человека, и врач ему сказал: «Я прописываю тебе антибиотики». Теперь, если врач прописывает вам антибиотики, обычно он говорит: «Вам нужно пройти курс полностью». Да или нет? Да. Если вы принимали их и почувствовали себя лучше через 3 дня, все же вам нужно закончить 2-недельный курс. Не прекращайте через 3 дня. Если вы прекратите, типа: «О, мне лучше, я в порядке, мне не нужны антибиотики», что произойдет? Возможно, временно вы придете в хорошую форму, но ваш организм не получил в полной мере эти антибиотики. И если болезнь вернется, вам придется принимать еще один комплект антибиотиков, возможно, еще более сильных. Нужно закончить 2-недельный курс. Что я этим хочу сказать вам, братья и сестры? Вы втянули себя в зависимость, и я хочу дать вам викр на каждый день. Что нужно делать? Начать с 10 минут, 10, 20 минут, полчаса, 40, 45 минут, довести до часа. Чем сильнее вы себя заблокировали, тем больше этих антибиотиков викра потребуется вам. Скажут: «Шейх прописывает викр антибиотики?» Да! Этот викр позволит вам почувствовать себя лучше, вновь задышать, чувствовать запах таким, какой он есть, чувствовать вещи такими, какие они есть. Как? Я скажу: не останавливайтесь на полпути, не слушайте наущения, не позволяйте шайтану остановить вас. Не думайте: «Ночью я вновь впаду в искушение. Боже, как я буду сидеть и делать викр?» Не думайте об этом, просто делайте викр. Впадете ночью в искушение, так впадете. Просто скажите Аллаху: «Я постараюсь изо всех сил не искуситься моим пристрастием». Но если соблазнитесь, просто вернитесь к викру. Просто сделай это, брат, сестра, просто сделай это. Послушайте, это единственный путь выбраться из этого. Ведь так же, как принимают антибиотики, 14 дней, чтобы выздороветь, окончательно уничтожив вирус внутри, как некоторая медицина, у кого-то туберкулез. Таким прописывают лечебный курс на год. И нужно его проходить, прописывают курс на год. Я не знаю состояние ваших сердец, мой брат, моя сестра. В зависимости от состояния вашего сердца, насколько вы ему навредили за годы, столько викра и нужно делать. И продолжать, пока вы не почувствуете, что вы освободились из этой клетки. Заточение шайтана, освободили себя. Эта жизнь лишь миг один, прыть жизни будущей и вечно. Не будь же глупым и беспечным, не делай зла и бед другим. Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство, злато, серебро не приведут желанной цели.